Всем привет! Сегодня будем приготовить очень вкусный фунчоза с курицей. Поехали! Режем курицу мелкими кусками. Куриное филе. Берем. Клёпочка. Ставим сковородку, добавляем подсолнечное масло, разогрелую сковородку, добавляем сюда, отправляем в сковородку курицу. Пока курица жарится, будем резать огурчик. У меня есть такая обычная штучка, так надо вот так резать, чтобы удобно было. Смотрите, вот. Также морковку. Аккуратно делать, она очень острая, вот. Получается. Также болгарский перец. Тоже попробуем, получится или нет. Аккуратно только. Ну да, тоже получается. Также режем помидорчик тоже соломкой. Также добавляем туда репчатого лука. Вот ее курица почти готова. Сейчас будем добавлять туда соевый соус, соль, перец. Курица вот готова. Добавляем сюда соевый соус. Все хорошо перемешиваем. Отправляем сюда лук репчатый. Посолить, поперчить, добавляем сюда чеснок свежий, можно даже сушеный. Вот и почти мясо готово, добавляем сюда помидорчик, перец болгарский, морковки, огурцы свежие. Все добавляем сюда, хорошенько все перемешаем. Все хорошо перемешивали, закрываем крышку. Будем минут 10 потушить. Пока там тушится там курица с овощами, добавляем такую мисочку фунчозу. Сверху будем добавлять кипяток до конца. И оставляем минут на 7-10. И она будет готова. Сливаем воду с лапши аккуратно, горяченько она. И промываем с холодной водой. Если хотите, можно сразу с ножницы здесь порезать, чтобы удобно было покушать. Они вот все длинные. Сразу можно с ножницы порезать. Открываем крышку. Добавляем сюда аккуратно фунчозу. Все хорошо перемешиваем. Закрываем крышку и еще на 5 минут будем тушить. Вот все, прошло минут 5, все готово. Сейчас минут через 3-4 можно попробовать. Вот, ребята, все готово. Всем приятного аппетита!